Сообщение о возгорании в гараже по улице Гоголя поступило на пульт пожарной охраны в 6 часов утра 27 января от соседей. Прибывшие на место происшествия сотрудники СВПЧ-2 не допустили распространения огня на расположенный рядом жилой дом и соседний гараж. На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около 2,5 часов. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь уничтожил документы, автомобиль марки «Мерседес» и мотоцикл марки «Ява». Частично обгорел металлический гараж, обитый деревом. Как выяснилось в ходе разбирательства, причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации электрических приборов. 32-летним владельцем автомобиля был поставлен автомобильный аккумулятор на зарядку. При этом зарядное устройство было оставлено без присмотра владельцем. В результате плохого контакта в электрической розетке произошло возгорание. Пламя перекинулось на автомобиль и ближайшие горючие материалы. Сумма имущественного ущерба составила 35 тысяч рублей ПМР. По факту пожара ведется разбирательство.